Я решил сейчас поиграть не в аркадный режим, а в обычный режим. Просто я хочу сам выбрать арену, на некоторых аренах поиграть, потому что в аркадном режиме там игра случайным образом тебе арену дает, и противников тоже. Не, ну противников она всегда дает случайным образом. Вот, но арену можно выбирать только вот в обычном режиме. Сейчас буду играть за одного из своих любимых персонажей, это Кейн, огненный чувак. У него есть несколько разных костюмов. Вот этот костюм, это он, короче, без кожи даже. То есть он не то что голый, он вообще без кожи. Представляете? Прикольно очень. Второй костюм, вот это я не помню, черный какой-то. Третий костюм, это реально костюм. У него там рубашка, штаны. Вот, обычный, то есть, костюм такой, вот. И четвертый, и следующий костюм, это вот, типа, как скелетик такой, скелет. Вот. Давайте, не знаю. Я не помню, что это за костюм, вот этот, поэтому возьмем этот. Кейн. Так, конечно же, против троих. Так, когда я делал обзоры, предыдущее видео, я играл в психушке. Давайте крематорий возьмем. О! Опять босс. И еще один. Смотрите, то же самое было в прошлый раз, когда я играл. Тоже два босса, но вместо мамонта был другой чувак. Давайте попробуем еще раз выбрать. Вот это глюки эмулятора, это не обращайте внимания. Так. Еще раз попробуем. Тут как-то, видите, тут в меню медленно очень игра идет, она должна быть быстрее. Не знаю, почему как-то тормозит. Во, уже другие персонажи. Так. Сейчас посмотрим. Не, меня вообще, конечно, вздрючили легко, я ни одного раза не выиграл. Просто уже забыл, все давно не играл. У этого, короче, Кейна огненного, у него есть такая атака, ты, короче, огнем пуляешься, и никто тебе подойти не может. Ну, конечно, это можно блокировать эту атаку, контратаку свою проводить. Во, видите, я это самое. Я забыл, как другую атаку делать. Блять, иди нахуй. Ах ты, сука, ебучая, нахуй! Твою мать, сучка. Ты чё, хуешься? Ну, блядь, надо вспомнить, как делается. Это не то. Может, надо было сначала в тренировку пойти? Ах ты, сука. Видите, какая шлюха, а? Беладонна, это ебучая. Как я круто их подбросил. Блин, а что? Это не то. Блять. Только не меня, только не меня, сука. Не меня. Слава богу. Вот они тупые, они одно и то же делают, блин. Там три разных фаталити. Почему надо все время одно и то же делать? Тупая собака, блять. Я забыл, как делать то, что я хочу. Не то. Блять, отъебись! Я отпаду, короче, после этого боя я пойду в тренировку. Ну что я, блин, не помню. Вроде бы было назад, вперед, круг. Не то. Назад, вперед, крест. Не то. Назад, вперед, квадрат. Не то. Вперед, назад, квадрат. Не то. А, тут еще такая есть. Значит, влево, вниз, вправо и какая-то кнопка. Сейчас попробую ее. Не, это не то. Влево, вниз, вправо. Не, не получилось. Вы видите как? Бля, не то. Иди нахуй. Блин, это не то. Блять. Сука. Вы пока там пиздитесь, я тут попробую кое-что. Хорошо он ему нахуячил, видели?
Не, не то. Блин. Можно, короче, тупо эту хуйню делать все время. И все, смотри. Нет! Сука, он сейчас наберет. Мочи, сука, сука, блядь. Ебись, убегай, убегай. Да я за тебя встану. Видели я? Так же, как в прошлом видео, я, короче, за него встал и все. Я его подставил, сука, ебучка. Сейчас я, короче, блин, тупо буду вот эту хуйню делать, что он ко мне подойти не сможет. И все, блядь. Пошел нахуй. Не, подошел! Сука. Я по привычке звук выкрутил, короче, вниз. Иди на. Просто не помню, как делать тот прием! Быстро уходи. Нет, не то. Сука, не успел нажать. Если я тупо, короче, буду делать этот прием правильно, то сами понимаете, он мне ничего сделать не сможет. Так. Просто я не помню тот прием, который я хотел сделать, поэтому я тупо, короче, делаю этот прием чисто из-за того, чтобы выиграть, понимаете, да? Еще. Нет, нет, сука! Он мне может... Ну, это уровень средний, конечно, но... На сложном уровне они могут сделать такую комбу, что пол жизни сразу. Ну, то есть половину полоски сразу наберут. Вот. И сейчас главное всегда вот так, главное поймать персонажа, а на сложном уровне они, сука, очень хорошо бегают, сложно поймать. Видите, я сейчас его легко поймал. Гори, сука, гори, блядь! Короче, я его сжег, нахер. Вот. Так, за кого бы еще поиграть? Там Марука, это босс, я за нее даже играть не помню как. Давайте попробуем за нее. Марука. За нее, как за любого другого персонажа, надо уметь играть, иначе тебе пиздец будет. Где еще бы поиграть, даже не знаю. Тут, видите, мало арен. Давайте в это, в тюремной камере какой-то на сортир посадим. Опять этот хер. Сейчас в тюремной камере будем играть. Сейчас водички пью. То есть, видите, иначе бы я не выиграл ни хера. Просто я тупо, короче, стал один и тот же прием делать, и все. Вы видите, сортир, кто хочет посрать. Смотрите, как я их мочу, сука. На, блядь, тварь, я буду, на, сука, пока не. Смотрите, я уже полполоски набрал. Потому что она босс, она очень сильная. Поэтому сами понимаете. Сука, ебучка. Держит его, мочи. Я набрал! Видите, как быстро! Сейчас я квадрат нажму, смотрите. Кого первого? Иди, ты сюда иди. Видите, нужно еще хочу поймать, сука, на! Его разорвало нахер. Съебитесь! Вспомнить бы мне, как телепортироваться. Я вообще ничего не помню, ни хрена. А, сука, блядь, на, ты чё меня сзади трахаешь, сука, я тебе блядь, жопу не давал, сука. Видите, как я легко набрал. Ха-ха, говорю, играть за нее не умею. Я тупо, короче, кнопки жму, короче, и всё. Иди сюда, сука! А нахуй! На тебя, блядь! Я его, короче, в потолок спечатал со всей дури, короче, и все.
Блять. Пытаюсь сделать прием, который не помню, как делается, и получаю пизды. Короче, я хочу телепортироваться за него и накостылять ему, короче. То есть тупо, короче... Блять, сука. Телепортируйся за персонажа и сзади его мочишь. Там какая-то фотка, видите, на стене. Нет, назад, назад. А, давай на меня иди. На меня, сука, иди, блядь. О-хо-хо-хо. Не-не-не. Телепортироваться это с кнопкой треугольник что-то связанное, по-моему. Сука, ладно, я его сейчас убью, нахуй. Сука, блядь, на! Не получилось. На тебе, сука. Во, сейчас фаталити какой у нее, смотрите. Вообще. Вот эту сук очень сложно поймать, когда на сложном уровне играешь. Видите? Поймал, сука, на! А, блядь, вкусная башка, дай мне пирожка, сука! Сейчас поиграю в канализации за вот эту большого, не знаю, как ее звать. То есть его зовут Мамонт, но кто он такой, видите? Обезьяна, горилла, там хуй знает как его. Обезьяна, горилла, короче, большое мудило. Обезьяна, горилла, большое мудило. Я их, короче, беру всех и бросаю, нахуй. На, сука, блядь! Смотрите, как я ему поебалу дал, нахуй. На, сука! Как я быстро набрал, смотрите. Всех убью, сука, ебучая, нахуй! Кто хочет меня, сука? Мамонт всех уебьет, сыночка, блядь! Ты чё, сука? Он мне ногу сломал, ау! Пидорас ебучий, нахуй! Меня соебал ты, блядь! Тупо, короче, берет всех и бросает, нахуй! Ты чё, сука? Пипец, смотрите, сейчас опять наберу, нахуй. Сейчас опять наберу, сука! Пиздец, да, какой он мощный. Сука. Смотрите, они там в углу встали, как целочки, нахуй. Да чё, блядь, там стоишь? Как тебе моё мясо? Как тебе мое мясо, сука? Вот так, смотри, 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 как я его подбросил. Видите, он только сейчас упал. Ты меня не еби, сука, не еби меня, тварь. Ты чё, сука, охуел, что ли, в натуре, нет? Хорошо, я ему ёбнул, смотрите. Хорошо, блядь, ему нахуй. Пиздец, короче. Классно, я ему ёбнул, он уже слетел в другой конец комнаты. Мамонт всех убьёт, нахуй. Иди сюда. Ща-ща-ща, дам тебе по морде. Хорошо, я ему уебал. Так, за кого бы еще поиграть? Ну это было вообще жестоко, нахуй. Так, даже не знаю, за кого еще-то. За кого мне поиграть еще? Еще мне за кого? Я ни за кого играть-то не умею больше. Не знаю. Так.
Давайте еще раз замем это, только другой костюмчик возьмем. Я был вот в этом сейчас. Вот этот возьмем. Мамас! Твою маму мамас убьет! Мамас! Так, это мы играли сейчас в канализации. Давайте в сортире. Белладонна. Кейн. Шишкодрос какой-то. Ну, это, в принципе, уровень-то стандартный. Можно, в принципе, и поиграть на сложном. Так я боюсь, из меня шашлык сделают. Никто посрать не хочет. Сука, плюшка! Плюшки не хочешь моей получи, сука! Ты мою плюшку не хочешь, сука? Моя плюшка тебе шлюшка, нахуй! Ты шлюшка, нахуй! Тебя все ебали, сука! Охуеть! Пиздец, какой он мощный! Пиздец, нахуй! Смотри, они все в угол, короче, спрятались, целки. На, сука. В уголочек целочки заныкались. Вот это я ёбнул ему. Ух ты, сука. Алла, кухана! Ну чё, блядь, это круто, нахуй. Всех, короче, швыряет нахуй. Я не помню, а как? Меня реально они заебали. Я хочу прием сделать один. Не помню, как он делается. Они мне не дают ничего сделать. Во, в стенку впечатал. Ну чё, шлюшка, мы с тобой вдвоем остались. Сука, блин. Блять. Тут еще херово то, что персонаж сам встает. Даже если ты не хочешь, он сам встает через какое-то время. А если я не хочу вставать, нахуй? Она меня сейчас может убить, кстати. Что-то она вдруг какой-то стала умной. А? Не, все, я выиграл. Короче, я не помню ни за одного персонажа никакой прием, поэтому я от балды кнопки жму, блядь. Ну ладно. Сейчас мы из нее пирожок сделаем. Ну чё, пирожок, блядь?